Всем привет, друзья! Чудесная погода. Сегодня меня здесь не должно было быть. Но не вытерпел я сидения дома. Ушел опять на землянку. Вот так вот она сейчас выглядит. Снега практически вокруг уже нету. Все сильно тает у нас. Сильно пекет солнце, но, конечно, ночью бывают заморозки, и зима не дает себе просто так уйти. Но землянка вся уже без снега, вот только чуть-чуть здесь у льда. Видимо, когда снег накидывали, он здесь утрамбовался, ну и солнце не попадает в это место. Сегодня у меня здесь короткий выход. Готовить я ничего не буду. Возможно, сейчас, скорее всего, попью чаю, скипячу чайник. Вот. И хочу доделать, наконец, эту вентиляцию, чтобы уже землянка хорошо внутри проветривалась и обсыхала. Потолок, в принципе, подсох. Я думаю, уже можно начинать очищать грунты, снимать вот эти вот все доски. Но это позже. Сегодня я буду доделывать вентиляцию. В землянке все чисто. Никто здесь не был. Признаков мышей тоже нету. Мышеловки все в рабочем состоянии стоят. Ни одна не сработала. Ну и следов от мышей тоже нету. Еще не смотрел, что в шкафу. Ну, а в шкафу тоже ничего такого не произошло. Для сегодняшних работ я вот приготовил такую вот решеточку. У меня была тоже от вентиляции. Поставлю ее изнутри. Кусок трубы, который у меня пойдет. Также взял шуруповерт свой. Один аккумулятор больше не брал. И вот такое вот сверло. В общем, им типа можно еще пилить. То есть просверлить. И вот у него такая насечка здесь. И можно пилить по горизонтали, вести или по вертикали. Вот, ну еще я не пробовал, попробуем, как оно на древесине будет работать. Хотел приобрести коронку, но это все долго и времени сейчас ждать коронку нету. Сейчас мне нужно как-то определить центр отверстие. Вот кто смотрит давно, вот здесь вот у меня идет направляющая, к которой приколочены вот эти все доски, и мне эту направляющую придется выпилить. Вот, надеюсь, получится так, что отпилю только часть, и доска вот эта вот будет зафиксирована верхним гвоздем и пострадает только один гвоздь. Но ну вот по отверстию, вот кажется, вот так где-то будет. Вот, ну не знаю, сейчас будем пробовать. Попробую и снаружи просверлить отверстие приблизительно по центру. И уже здесь сориентируюсь, обведу кружок и начнем пилить. Думал, вода есть, а чайник пустой. Надо идти за водой.
За водой ты еще хрен попадешь. В общем, друзья, на лед хрен попадешь. Сейчас у него такая структура. Он вроде и толстый, но он пропитан водой. И он в такие мелкие кристаллики превращается. И очень легко провалит. Рисковать я не буду. Так что обойдемся без чая сегодня. Ткань попадает. Не дает просверлить. Чуть-чуть ниже, что ли, взял. И сверло закусывает. Сейчас я ее сюда побольше оттяну, попробуем. Так-то вроде ничего. Ну, прям не сверлит, как это. Не пилит, как заявлено. Но думаю, пропилим. Ну вот, друзья, и вентиляция появилась. Ну вот как-то так вот получилось, вентиляция готова практически. Сейчас сделаю сеточку вот такую. Ну и все, у нас отлично будет.
Ну вот такая вот, друзья, вентиляция получилась. В принципе, мне все нравится. Потом еще, когда мох более оттает, мягкий будет, насобираем мха, еще протыкаю всю стену и вокруг вентиляции. Я ее украшу. Возможно, сделаю какой-то козырек. Ну, посмотрим, чтобы все равно косой дождь туда не попадал. Может быть, вот эту часть вот так вот спилю и сделаю наподобие козырька. Все посмотрим в дальнейшем. На этом, друзья, я заканчиваю. В планах, конечно, сегодня был дневный заход на землянку, но обстоятельства печальные, так сказать. Повредил я. Ну, как повредил? Растянул сильно мышцы рук. И получается, я вот максимум, что могу сдавить. Все, дальше не могу. Боль. Вот, сегодня полдня просидел со льдом. Но под вечер стало полегче. Вот, отправился сюда. Нету сил сидеть дома. Тем более, планы были, и хотелось закрыть вот этот вот нюанс с вентиляцией, чтобы сырость не стояла. Надеюсь, я до следующих выходных отойду. Так что, друзья, подписывайтесь, кто не подписан. Смотрите, какая у меня землянка весной. Скоро начнем тут засаживать все травой, починим крышу. Надеюсь, все хорошо получится. Достану я материал. Друзья, здоровья всем, добра, мира над головой и всем пока. Всем привет. Всем привет. А сегодня идем в землянку, здесь очень. Здесь очень какая-то дорога непонятная. Вот она, наша землянка. Вот так вот. Здесь все нормально. Сейчас нам, короче, надо собрать палок для костра. Вот, видишь, вход? Вот, видишь? А. Ну, только посмотрите сюда, всем привет. О, май гад. Вот смотрите, просто половинка осталась только. Тысяч подписчиков. Мы, ну, идем. Дождемся, скоро будем. 15 тысяч подписчиков. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Мы идем к 13 тысячам подписчиков. Мы сейчас будем, сейчас мы разведем костер и вот так я ломаю. Ну, Жень, я, короче, пойду в дом, там стол сделаю. Ага, все, пойди. Мы развели костерчик. Аккуратно. Да. Слишком дымно. Только посмотрите на вот эту красоту. Всем привет! Ну чё, второй день. Опять приехал я на землянку. Но сегодня не один. Сегодня два помощника.
Вот уже что-то строят, пристрой, говорят, будут делать свой с кирпича. Сегодня так более-менее день отдыха, так сказать. Руки немного полегче стали, но одну руку все равно согнуть еще до конца не могу. Вот, уже чуть здесь прибрался, немного убрал листвы. Сейчас в планах привез сосиски, пожарим сосиски. Ребятня развлекается, разожгли сами костер, до землянки затопили печку, чтобы она прогрелась. В землянке холодно, прям как в таком, не знаю, как сравнить, как в подвале каком-то. Вот, ну, в общем, отдыхаем с семьей. Это будет кот доход. Вот сейчас будем покрывать. Кость, да зачем такую маленькую? Так нет, сейчас вот эту что положили. Да куда ты? Ну, нет, пускай уже будет начинаться делать. Я вот так стенку буду укреплять. И Костя, да вот укрепляю, видишь? Ну вот дверь вот. Все. Это самогонщик тоже надо вести. Да? Вместо как там просто, вместо вот этого камушка мы поставим вот этот камушек. И зачем треугольник? Да. Слушай, это тоже. Землянки уже так хорошо. Вы только посмотрите. Эту картину делал не один папа, а я ему помогал ее закрашивать. То есть за... Ну, вот это черным цветом делать. Но картина получилась прикольная. Вот эту картину я делал полностью сам. Мне обе картины нравятся, потому что они, ну, такие прикольненькие. Вот это больше всего такая прикольненькая. Сейчас дождемся, когда печь слишком сильно разогреется, и можно будет чуть-чуть раздеться. Потому что окна уже потеют. Короче, землянка получилась просто отпад. Мышеловках. Пока еще вроде бы никого нету. Шовка еще вроде бы не захлопнута. Тут вроде бы где-то еще была вторая мышеловка, и она тоже не захлопнута.
мы делаем беседку. Вот там надо прокопать и засунуть туда палку. Палку надо засунуть. И там 4 палки надо. И вот сделаем вот так вот. И потом надо будет поверху дощечки прикрепить. И все. Всем снова привет, и у нас уже готовят сосиски. Сейчас мы их будем пробовать. Есть. Вкусно. Женя, аккуратно, не заморайся, как в прошлый раз. Сейчас снимите. Всем приятного аппетита, кто сейчас ест. Давайте пить там. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Горячим. Вася, мутик. Колбаска просто офигенная получилась. Да. А, садитесь за стол. Мы сейчас чаем кофе. И приятного аппетита. Наше видео продолжается. Будет не выключайте, смотрите. Будет интересно. Вот такой у нас получился шалашик. Когда мы приедем домой, мама просто офигеет. Сколько этот шалаш стоит? Да нисколько. Вот так вот отдыхаем. Ребятня построили уже себе дом свой. Сейчас решили спуститься на берег, посмотреть, как там растаял лед. Посмотрите, какая у нас получилась мини-землянка. Старались полдня. Даже кирпичики разрушены. Всякие. Вот кирпичи. Вот столик. Ну вот такая вот новая постройка у нас тут получилась. Строители построили свою землянку, свою избушку. И теперь скали будут жить в ней. Ну а на этом мы будем сегодня заканчивать. Прибрались, убрались. И отправляться в путь.
Что, домой пойдем? Да. Да. Так что вот такой ролик получился. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, добра, мира над головой. И всем пока.